Кадыров вмешался в эту тему. ФСБшники даже объявили голодовку, но в итоге главный ФСБшный следователь, который вел расследование этого дела, был уволен. Голодовка ничем не увенчалась. Кадыровцы... Так, почему твоих родственников не возьмут в заложники и не выкурят тебя из Польши? Кадыров может взять моих родственников в заложники, сварить их и съесть, но он меня этим самым никогда не вытащит из Польши. И он... Зиныч пишет. Тумцо, привет. Вопрос такой. Ты очень часто говоришь, что российские спецслужбы и военные ненавидят Кадырова очень сильно, но сделать ничего не могут. Ты это всегда говоришь очень уверенно. Почему ты так думаешь? Очень хочется знать, откуда или из чего такие выводы. Конечно же, это анализ, безусловно. Откуда берется такой анализ? Вот смотри, допустим, Кадыров, вот недавно я еще тогда был дома, не помню, какой это год, был такой случай, когда... Приехали со Ставрополя, по-моему, были полицейские, и при задержании там убили одного чеченца. И Кадыров тогда выступил очень, очень жестко. Тогда сказал, что собрал этих силовиков своих и сказал, что, значит, вы здесь, мол, хозяева на данной территории. И если сюда кто-то приезжает и без вашего ведома здесь кого-то пытается задержать, открыть огонь на поражение, он сказал. И после этого... На сайте МВД там появились какие-то комментарии по этому поводу. В итоге там Кадырову пришлось дать заднюю, сказать, что там не совсем так, мол, его поняли и прочее. Таких моментов в республике очень много, таких пересекающихся конфликтов, пересекающихся интересов. Например, был также такой глава Следственного комитета по фамилии Бобров. Он когда пришел, он начал очень серьезно махать шашкой, причем шашкой он начал махать в сторону сотрудников кадыровских. Начал поднимать уголовные дела, которые на них заведены, но отложены. И произвел там несколько задержаний, после чего произошло очень серьезное противостояние между Бобровым и Кадыровым. В результате чего Кремль поддержал Кадырова, а не Боброва. Его снесли. Конечно, мы понимаем, что такие вещи очень сильно раздражают силовиков. Их сильно раздражает, что сегодня Путин, Кремль поддерживает не их, а Кадырова. Очень сильно силовиков раздражает вот эта вот кадыровская гопота, которая по Москве, по другим городам России сегодня очень нагло себя ведет, занимается вымогательством денег, выбиванием долгов, вот этим, как это, коллекторской деятельностью. И занимается этим так нагло, как не позволяют этим заниматься никому другому. Это позволено только кадыровским вот этим гопникам. А кадыровские гопники, когда ведут деятельность по выбиванию этих долгов, они очень часто пересекаются с российскими силовиками, которых очень часто им приходится переезжать. И эти российские силовики терпят опять поражение в этом противостоянии. Вспомните тот случай, когда был похищен грузинский какой-то предприниматель, кадыровцами, представителями вот это президент отеля, как их там называют. Он был похищен, потом его там избили, где-то выбросили. И по этому поводу начали быстро проводить разбирательства, задержали этих людей, которые его похитили, удерживали, их задержали. ФСБ начало проводить эту операцию. Все были задержаны, уже показания давали, все шло. Кадыров вмешался в эту тему. ФСБшники даже объявили голодовку, но в итоге главный ФСБшный следователь, который вел расследование этого дела, был уволен. Голодовка ничем не увенчалась, кадыровцев всех выпустили, ФСБшники проиграли. Это были московские, лубянские ФСБшники. То есть, понимаете, эти все вот эти моменты, они очень серьезно откладываются. Это очень серьезно вызывает негодование, ненависть к ним, кадыровцам. И, конечно, когда ситуация переломится, они очень, очень сильно начнут отрываться, мстить, российские силовики начнут мстить. И, к сожалению, под эту месть попадут совершенно невиновные чеченцы. Они просто начнут отрываться на простых чеченцах. А вот эти вот кадыровцы, которые занимались этой преступностью, они благополучно куда-нибудь свалят в Эмираты, там, в разные какие-нибудь страны и спрячутся от них. Так, велосипедатор.
Почему твоих родственников не возьмут в заложники и не выкурят тебя из Польши? Если ты говоришь, что Рамзанка такой плохой, то он прибег к такому методу, нет разве? Ты, я смотрю, игнорируешь вопросы, связанные с бородой, это понятно, ты ведь для этого ее держишь, подчеркнуть свою индивидуальность. Так, почему твоих родственников не возьмут в заложники и не выкурят тебя из Польши? Кадыров может взять моих родственников в заложники, сварить их и съесть, но он меня этим самым никогда не вытащит из Польши, и он это прекрасно знает, поэтому ему нет смысла это делать. Наверное, поэтому он этого и не делает. Что же касается, если ты говоришь, Рамзанка такой плохой, то он прибегает. Ну, нет смысла в таком методе, поэтому он к нему, наверное, и не прибегает. Ближайших своих родственников, как я уже говорил, я с собой вывез. Если бы не вывез, конечно, они бы с ними это сделали. Я не в этом не сомневаюсь. Михаил. Не так давно Хабиб Нурмагомедов публично Путина с победой на выборах и просил о помощи. Потом публиковал посты про Тимирханова, отжимающихся бомжей, и осуждал молодежь, которая была на концерте рэперов. В итоге выложил пост, в котором сказал, что спорт вне политики. Как тебе такие движения? Ну, это, конечно, противоречие. Безусловно, это противоречие. Конечно, когда Хабиб высказал там на сцене, поздравил Путина и говорил все то, что он говорил, это было очень неприятно, омерзительно было эти вещи слушать. Просто мерзко. Затем, когда он опубликовал пост про Тимирханова, было забавно смотреть, как российская аудитория Хабиба, которые за него болели, как за российского спортсмена, вдруг от него отвернулись и начали даже писать какие-то статьи о нем. То есть какие-то журналисты даже начали, спортивные обозреватели, писать о нем негативные статьи и призывать российских болельщиков болеть против него. То, что он осудил концерт рэперов, не знаю я, что это за концерт рэперов, и если он его осудил, ну, это его дело, он может, в принципе, осуждать, что он хочет. Вот. Но то, что он говорит, что спорт не политика, это, конечно, противоречие его же действиям. Безусловно, он сам вошел в эту политику, он сам начал делать политические заявления. Вообще, конечно, было бы хорошо, если бы спорт был вне политики. К сожалению, спорт никогда не остается вне политики. Вот эти вот спортсмены популярные, которые становятся лидерами мнений, которые бывают очень популярны среди молодежи, их в итоге эти политики используют в своих интересах. И это печально, очень печально за этим наблюдать. Когда ты видишь, как парень сам поднимается без какой-либо поддержки вот этих вот политиков, поднимается, он достигает каких-то этих высот, его начинают любить молодые ребята, с них брать пример, и в какой-то момент они позволяют себе стать игрушкой в руках этих политиков, таких как Кадыров, допустим, Кадыров очень часто их использует, и в этот же момент они теряют весь свой авторитет в глазах молодежи. Те, которые за них вчера болели, их любили, они перестают их любить. В общем, они сами же себе подписывают вот этот вот приговор. Это очень неприятно за этим наблюдать. Я бы призвал спортсменов не поддаваться на это. Лучше вы не получите какую-то порцию денег, каких-то приятных презентов, подарков там, в виде дорогих автомобилей. Но вы добьетесь этого, иншаллах, со временем. Вы добьетесь этого другими путями. Может быть, вы не добьетесь там именно этого Мерседеса, именно вот в это время, когда он был очень, это была очень крутая машина. Но вы зато останетесь при своем имени. Это гораздо, это намного ценнее. Например, такие выдающиеся эти спортсмены, там, такие как Мухаммад Али, допустим, да помилуйте Аллах, они, если бы они в свое время стали бы вот такими вот марионетками в руках каких-то политиканов, то они не были бы такими любимыми среди людей. Если бы они хоть раз позволили бы, допустим, себе, если бы Мухаммад Али, допустим, хоть раз позволил бы себе там после какого-то своего боя сказать слова благодарности какому-нибудь американскому президенту. Наоборот, он стал популярным из-за того, что он выражал точку зрения антиправительственную.
когда он выступал против Вьетнамской войны, он пошел против системы, зато он стал настолько популярным, он стал выдающимся, величайшим спортсменом всех времен, наверное. Подумайте об этом, это ведь гораздо важнее. Лучше недополучить каких-то денег, недополучить какого-то Мерседеса в какой-то момент, там BMW, но зато получить имя. Я думаю, это гораздо важнее. Но решать, конечно, вам. Так.